Уникальный корпоративный проект госкорпорации «Ростех. Ударная десятка» по спортивному единоборству стартовал в 2017 году в честь 10-летнего юбилея компании. Чемпионат получил огромную поддержку среди участников и стал ежегодным. С тех пор тысячи сотрудников различных предприятий КРЭД, входящего в структуру госкорпорации «Ростех», ежегодно не упускают возможности попробовать свои силы в отборочном этапе. В этом году Ульяновское конструкторское бюро приборостроения стало вторым после казанского предприятия участника. За 6 лет в данном мероприятии приняло более 70 тысяч участников уже, начиная от предприятий от Калининграда до Иркутска. Данное мероприятие, прежде всего, направлено на развитие спорта, популяризацию спорта, на сплочение коллектива, что сейчас очень важно в это наше непростое время для выполнения поставленных перед нашим предприятием задач. В этом году количество участников увеличилось до 1500. Это половина от общего количества сотрудников конструкторского бюро. Любой желающий смог проверить силу удара и посоревноваться с коллегами. Все просто. Участникам нужно было нанести лишь 3 удара по груше. Первый легкий, чтобы рука привыкла. Второй сильнее, чтобы настроить свою технику. Третий со всей силы. У мужчин показатели силы удара улетали далеко за 300 килограммов. У женщин в районе 100 килограммов. Перед каждым подходом для участников проводили краткий инструктаж. Меняем ноги сзади. Вспоминаем раз, кость, два, кость, делаем прямую линию. Сжимаем кулак, кулак как молот. С гордостью и с радостью узнаем, что большое количество наших сотрудников, в принципе, приобщено к спорту, любит заниматься спортом. И бокс – это одно из ключевых, базовых направлений, которое тоже вовлекает в себя людей. Оно не требует какой-то специальной экипировки, и это достаточно массовый вид спорта. Один из соревнующихся, Сергей, рассказал, что участвует в ударной десятке 4-й раз, выбивая при этом каждый раз наилучший результат среди мужчин. Самый сильный удар у него был зафиксирован в первый раз. Тогда сила удара составила 370 килограммов. Попытка отвлечься от рабочего процесса, значит, какая-то конкуренция между коллегами, и это всегда здорово, мотивация какая-то в дальнейшем участвовать там и прочее. Каждый год среди участников спортивного события появляются и новые лица. Шанс проявить себя, выплеснуть эмоции, показать свою физическую форму есть у каждого. Участвовала в этом мероприятии первый раз. Хотела больше для себя, что я могу проверить. Выбила 100 килограмм, мне кажется, неплохо. Формат ударной десятки организован так, чтобы участие в соревновании было на пользу физическому и психическому здоровью, и чтобы при этом производственному процессу не вредило. Для нас очень важно, что спорт в нашем городе развивается. Город Ульяновск неспроста называют заслуженно городом здорового образа жизни, городом спортсменов. В итоге самый мощный удар оказался у Павла Лисицына на 534 килограмма. Среди женщин лучше всех задачи справилась Штырова Анастасия. Силачи, показавшие лучшие результаты, отправятся представлять регион и демонстрировать силу удара на гранд-финал в Москву. На заключительном этапе соревнования лучшие из лучших также сразятся на боевом ринге. Алина Тихонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.